Здравствуйте. Сегодня у нас в выпуске печальные новости. Стало известно, что не стало писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Об этом известил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Дочь также подтвердила, что Юрий Васильевич умер сегодня дома в 14 часов. Юрий Бондарев – советский писатель и общественный деятель. Родился он 15 марта 1924 года в городе Орске, Оренбургской губернии, ныне Оренбургская область. В 1942 году, после окончания средней школы, Бондарев был направлен на учебу в пехотное училище. Затем он был направлен под Сталинград, где Бондарев был зачислен командиром минометного расчета. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В 1951 году окончил литературный институт имени Горького, а начал печататься еще с 1949 года. Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в 1953 году. Он является автором рассказов, повестей, юности командиров, батальона «Просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег» и так далее. Многих-многих других, которые многие из вас наверняка слышали. С 1963 года являлся членом Союза кинематографистов, входил в состав редколлегий многих литературных журналов, а также возглавлял различные общественные организации. С 1990 по 1994 год был председателем Союза писателей России. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и двух госпремий, а также государственной премии Российской Федерации имени маршала Жукова в области литературы и искусства. Великий писатель-фронтовик. К огромному нашему сожалению, ушла легенда и целая эпоха. Светлая память легендарному человеку. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!